Я вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, в яких краях виховуються патріоти. І сьогодні у нас в студії міні-спецназ на чолі з його керівником, інструктором Товариства сприяння оборони України Юрієм Діденко. Юрій, парни, здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Телезрители, не бойтесь, это спецназ добрый, который настроен на то, чтобы в крайнем случае защитить и помочь, но ни в коем случае не разрушить. Правильно, Юрий, так вы и воспитываете своих учеников, правильно я говорю, учеников, чтобы... Они, их деятельность направлена на созидание и ни в коем случае не на разрушение. Да. Чтобы они смогли защитить не только себя, но и отечество. Поэтому... Вот, телезрители, вы, наверное, обратили внимание, что этот спецназ, ребята сидят в масках, это не случайно, потому что именно так они выходят на задание. А задания могут быть совершенно... разные, несмотря на их юный возраст. Итак, Юрий, будьте добры, о заданиях и вообще о работе вашей организации. Познакомьте телезрителей, пожалуйста. Ну, у нас группа называется «Детский спецназ». То есть обучаются они по методикам спецподразделений, которые я проходил еще в свое время, в советское время. Базируемся мы на базе... Товариство сприяння оборони України, це бувший ДСАФ. Вот займаємося ми вже 2 роки. І вот є відео, на якому показано, які задачі ми ставимо, які задачі вони виконують. У нас є і рукопашний бой, і робота з оружием, і саперне діло. Тобто всі ті дисципліни, які є в спецподразділеннях, вони проходять, але адаптовані к дітям. Тобто це, звісно, не все то, що можна показувати, а то, що вот, адаптовано к дітям. Адаптовано к дітям, к їх психіці, к їх силам. Да, щоб вони хватило у них і сил, и возможности выполнять те задания, которые мы придумываем сами. И тем более все дети играют в войну с детства все. Поэтому я думаю, что им интересно и, в общем-то, как бы по-настоящему. То есть у вас, несмотря на то, что спецназ юный, но в принципе у вас все по-взрослому? Все по-взрослому, да. Все по-взрослому. Друзья мои, давайте с вами посмотрим сейчас... наш спецназ в действии, потому что пока они сидят, а давайте посмотрим, как они выполняют задачи. Это ведь интересно, правда? Давайте. Вот, Юрий, смотрите, это элемент тренировки, да? Да, это они работают в зале. У нас есть общефизическая подготовка. Ребята обучаются приемам рукопашного боя. У нас есть... Ну, ребята, которым лет по 16-17, и есть ребятам, которым по 12 лет, по 10. И они тоже учатся рукопашному бою. Вот здесь вот это идет человек, который проходит, наверное, какие-то опасные участки, да? Нет, это тир. Они учатся стрелять из пистолетов, из автоматов, метанию ножей. Здесь именно они должны хорошо уметь метать ножи, просто в цель, да, сразу вот, чтобы ну, да. Человека... Да. Здесь тоже это идет учеба, обучение это... стрельбе. Да, стрельбе. О, смотрите, стреляют и точно, оп, и все вот эти кружочечки, все они и ложатся под пульками ваших воспитанников. Вот смотрите, какие юные, но как они четко выполняют уже... задачи. Видите, телезрители, вы посмотрели, что наши гости, они кое-что умеют. А это умение, оно вообще может быть страшным оружием. Ростислав, вы являетесь командиром отделения. Хоть вы юный, но тем не менее уже командир. А с командира, как известно, самый большой спрос. Правильно? Вы как командир, ваши функции, будьте добры.
Ну, кроме того, что командовать. Ну, самое первое – это ответственность. Ок. Да. И плюс нужно уметь сдерживать хладнокровие, принимать быстрые решения. Потому что от этого может зависеть задание, та задача, которую нам поставили. Юрий, вы формулируете задачу, правильно? Да, в зависимости от того, где мы находимся, ну, разные задачи. В этом году мы выезжали в лес, и 2 дня мы были в лесу, и ребята обучались именно, у нас был марш-бросок, у нас были захват транспортного средства. Ух ты! У нас были изготовление схронов, то есть вот когда группу выбрасывают. Чтобы затаиться было где, да? Затаиться было, да. Маскировка. Вот, ну, 2 дня это мало, мы в следующем году собираемся сделать лагерь, в котором бы могли ребята разные, у которых есть желание, возможность, 10-дневный лагерь, военный лагерь, в лесу, где они там будут жить. В свое время, еще несколько лет назад, я выходил на министерство, нам дали разрешение, была такая идея, чтобы забрать детей 10-15 лет в армию на 2 дня. Они должны были служить в 79-й бригаде 2 дня. Ходить в наряды, жить в казарме, мы договорились с руководством, но там определенные события, которые произошли в Украине, не позволили нам этот эксперимент провести. Я думаю, что в этом году, в следующем году, который будет, это нам удастся, и мы уже разговаривали, я уже разговаривал и с Николаевской областной организацией по туризму, и еще несколько организаций изъявили такое желание, и предложение было о том, чтобы сделать такой лагерь и забрать детей на 10 дней, где они будут проходить полностью весь курс молодого бойца, вот, жить в палатках, и я думаю, что будет интересно, кто захочет, может приобщиться к этому делу. Но это будет чуть позже. А вот сегодня, вот у нас сегодня в студии наш такой мини-спецназ. Будьте добры, вот Андрей, вы сколько занимаетесь в этом обществе? Сколько? Полгода. Полгода, да? И вы же умеете и стрелять, и ножи метать? Да. И как? Ну, получается, бывает тяжело, но учимся. А вообще, вот вы еще совсем мальчишки, не обижайтесь, но мальчишки. Алексей, вы, как я говорю, мальчишки, но тем не менее вы уже умеете и стрелять, и ножи метать, и если нужно, и обидчика на лопатки положить. Да. Ну, вы вообще страшный человек. С вами опасно иметь дело, или нет? Нет. Если... Или вы, если нож метнете, то только по делу? Только по делу. Только по делу, да? Борис, а вы как с ножами? Тоже только по делу метаете ножи? Ну да. И стреляете в противника тоже только по делу? Да. Ну, в противника мы не стреляем, мы стреляем в мишени, в тактические. Поэтому иногда задавали такие вопросы, а не вызывает ли это агрессию? И почему вот дети, маленькие дети и... И так ножичком, да? О, ножичком, да. Хоп, и все. Ну, нет, это агрессию нет. Не вызывает, потому что у нас есть как бы своя, ну, своего рода как бы философия. Да, поделитесь, Юрий, будьте добры. Мы работаем и живем в нашем коллективе небольшом, как в армии. У нас построение, у нас обязательно полностью все дисциплины, которые проходят, они есть. То есть ребята, которые занимаются боксом или карате, в принципе, тоже могут применить в хорошем или плохом смысле. Конечно, но конечно. Я думаю, что наши ребята не агрессивны, и у них есть возможность выплеснуть адреналин, почувствовать, тем более, что все поколения, всех, наверное, дети всех поколений, они обязательно играли в войны, обязательно играют какие-то мужские такие игры.
испокон веков. Поэтому я думаю, что это вполне нормально, оправдано. У нас еще не было ни одного случая какого-нибудь агрессивного поведения. У нас пресекаются любые попытки кого-то поддеть или подшутить, или как-то обозвать. Такое неприемлемо вообще. Потому что спецподразделение в любом, я имею в виду взрослом, человек, который идет рядом, твой партнер, твой товарищ, он прикрывает тебе спину, он прикрывает тебя, и если будут какие-то конфликтные ситуации в коллективе, то он может просто не прикрыть, не выполнить задание. Оно хоть и пафосно звучит, но в принципе так оно и есть в жизни. Поэтому у нас весь коллектив дружный, и я думаю, что никакой агрессии, только положительные эмоции. Но мы же в начале эфира и говорили о том, что ваша деятельность именно и направлена не на разрушение, как сейчас вот происходит во многих сферах нашего общества, а на созидание. Но вы понимаете, все равно мальчишки есть мальчишки. И умея стрелять, метать ножи, обладая умением, разными приемами владея, все равно вот где-то там, наверное, есть какое-то чувство превосходства. Ростислав, ну вот по-честному, среди сверстников. Или вы не позволяете этому чувству? Главное, что я знаю. Боже, какой вы молодец. Главное, что вы знаете, что вы умеете. Да, большинство вот на улице, я просто статистики читаю, перечитываю много всякой литературы. Скажем так, ну, гопники, вот люди, которые лезут, скажем так, в драки, они пытаются показать или своим сверстникам, или себе доказать, что они чего-то умеют. Что вот, смотри, какой я сильный, я могу вот этого мальчика победить. Нам нет смысла этого показывать, демонстрировать, потому что на тренировках мы все это проверяем, мы знаем, что это работает, мы знаем, что это действует, и мы знаем, что это умеем. И смысла доказывать что-то другим нам не надо. И вам тоже, Андрей, не надо доказывать, да? Не надо. Вот вы умеете, и этого достаточно. Да? Да? Ну, они еще не совсем умеют, и не только учатся. Всему научиться сразу так быстро нельзя. Да, но понятно, всю жизнь да, надо ребята учиться. Очень способные, и сейчас у нас вот такой коллектив подобрался, который действительно, они ходят, им нравится. Потому что иногда приходят ребята, которым название понравилось, они пришли, но когда они сталкиваются с тяготами и лишениями, то они потом долго не выдерживают и уходят. Потому что романтика, оно в названии, а когда начинают работать на выносливость, физические какие-то нагрузки, некоторые не выдерживают и уходят. Ну да, и это не их вина, потому что да, не каждый вина, может. Не каждому это дано, но вот как раз вот наши ребята, которые сейчас здесь находятся, у них есть такой костяк, они так, мужчины уже, маленькие, но уже мужчины. Поэтому мне кажется, что это самое главное, чтобы наши дети, наши ребята были настоящими мужчинами, которые смогут защитить свою семью, которые были бы уверены в себе и были действительно мужчинами. В полном смысле этого слова. В полном смысле этого слова, да. И я хочу попросить нашего режиссера Вадима Кирчева. Вадим, будьте добры, давайте покажем фотографии о жизни этого спецназа. Пусть телезрители посмотрят, правда? Thank you.
Вот мы сейчас посмотрели не только спецназ в действии, но и фотографии из жизни, работы этих молодых людей. Юрий, будьте добры, как мы увидели, и работают в разных направлениях совершенно. Да, работают в разных направлениях, показываем им, чтобы они знали и умели. Вот здесь были фотографии соревнований. Мы проводили уже несколько соревнований совместно с силовыми структурами и с военными. И наши ребята принимали участие в этих же соревнованиях. Они проходили те же этапы, они выполняли те же задачи, что и взрослые, и уже люди, которые и в АТО были, и те, которые служили, у которых есть там стаж военный, там, ну, там, не один год. Вот. И они выступили очень достойно, и если бы по количеству баллов они многие были в середине. Вот. Но вот Ростислав и Дмитрий и Леша, они заняли первое, второе, третье место среди и учащихся, которые принимали участие. А вот вы знаете, Юрий, сейчас нас смотрят телезрители, и, может быть, некоторые мамы даже смотрят и думают, да, это здорово воспитывать настоящих мужчин, да, это очень хорошо, когда маленькие мальчики, но, в принципе, они мужчины, но они и есть мужчины, хоть и маленькие. Но не каждая мама может согласиться, чтобы ребенок вот так вот, ну, даже не то дело не в камуфляже, а вообще вот в такой жесткой немножечко атмосфере. Ну, я не согласен, во-первых, ну, камуфляж, это у нас просто сейчас немножко размытые понятия по поводу камуфляжа. Вообще, камуфляж применяется в лесу для того, или там в городе, если выполняются какие-то определенные задачи, для того, чтобы бойца, ну, было труднее заметить. То, что касается жесткости, тоже. Ведь они делают физические упражнения, то есть они занимаются практически зарядкой, но только более такой, ну, своеобразной. Поэтому на здоровье это только плюс здоровью. Того, что они умеют обращаться с оружием, это тоже хорошо. Человек, который умеет обращаться с оружием, он никогда его не будет применять. Это ваша точка зрения, ну, как это профессионала, который умеет обращаться с оружием? Я думаю, что это общепризнанная должна быть точка зрения, потому что если посмотреть по статистике, то обычно преступления или какие-то вот такие неправомерные действия, они происходят не людьми, которые где-то служат в определенных структурах или в настоящий момент где-то служат. Вот, поэтому, мне кажется, нет. Если есть какая-то философия жизненная, если есть наставник, который помогает, рассказывает там, на своем примере, на примере других, работает с детьми, ну, это хорошо. А как воспитывать мальчиков? Мне кажется, это правильно, это хорошо. Тем более, что это не обязаловка, как, допустим, ну, скажем так, в армии. Когда человек попадает в армию, он попадает в определенную ситуацию, в определенную среду, из которой он практически не может выйти. То есть у него это замкнутое такое пространство, да? Да. Здесь, если не выдерживает физически или если не выдерживает морально, он всегда может уйти. Он всегда а вот вы говорите, не всегда выдерживает морально, а что, и морально могут прессовать, а? Я могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что морально, когда выполняется какое-то определенное упражнение, которое довольно-таки не очень оно эффективно или там зрелищно, оно действует немножко, ну, подавляет как-то, подавляет, да? Поэтому, когда делают монотонно, делают одно и то же, так же, ну, закаляется аж. Так еще и терпение, еще и выдержка. Выдержка, да, как у снайперов. Снайпер же не тот, кто хорошо стреляет, а тот, кто хорошо прячется и имеет большую выдержку. Поэтому я думаю, что это только плюс ребятам.
И то есть с выдержкой, ребята, у вас тоже все в порядке, да, Ростислав? Ваше деление, оно натаскано на выдержку? Ну да. Или бывают все-таки, Борис, бывают моменты, когда ну так не хочется выполнять там какое-то упражнение монотонно, вот крутить ножик в руке, да? Нет. Нет? То есть вас монотонность не убивает, да? А вас, Алексей? Нет. И вас не убивает? Нет. А вас, Андрей? Нет. Получается, Юрий. Тех, кого убивает, они поуходили. А те, кто остались, они преданы. Друзья мои, ну вы же все-таки, несмотря на то, что вы юный спецназ, вы же еще учитесь в школе, и вообще-то, я понимаю, что как бы, но уроки-то все равно нужно делать, как бы это не банально звучало. Делаете уроки? Да. Да. А мама заставляет делать уроки? Ну. Бывает по-всякому, да? Да. Лучше все-таки потренироваться, чем даже посидеть за книжками. Но книжки же тоже нужны. И книжки, читаете книги? Да. Юрий, то есть вы всесторонне развиваете ваших воспитанников? Ну, или вы даете им задание, вот прочесть там такую-то книгу? Нет, я не даю такого задания. Хотя, там, нет, не даю такого задания. Вообще интересная мысль такая, может быть, и нужно было давать. Я вам подкинула мысль, да, не заставить ли их еще и почитать? Да, у меня было, ну, вернее как, было такое желание, но у нас немножко не получилось по времени, потому что мы, когда летом выезжали в лес, я хотел им прочитать книгу, там, сидя возле костра. Ее написал наш николаевский ветеран Афганской войны Валерий Шпилевой. У него довольно-таки такой интересный, я прочитал уже несколько его книг, он мне презентовал. И я вот хотел ребятам тоже и почитать. Но я думаю, что вот в этот раз, когда мы поедем, у нас там просто не хватило времени. Они очень устали, мы довольно много прошли, у них была такая сложная поставлена задача, и у нас просто не хватило тащили, сил. Тащили, наверное, рюкзаки, да, на плечах и тяжеленные. Тащили, и копали, и прятались, и маскировались, и просто и заходили. У нас здесь есть видео, в котором есть немножко снят эпизод, когда мы были в лесу. Поэтому не хватило. Я думаю, что вот такого рода книги нужно читать и давать понять ребятам, когда вот от души человек пишет, который прошел Афганистан, который был, он есть прапорщик спецподразделения, как он выполнял свои задачи. Мне кажется, это будет, им будет это интересно. Мы наверстаем это. То есть у меня есть эта литература, я обязательно ее покажу. Ребята, все, еще и будете читать книги, хотите или нет, но если командир сказал, то приказ обжалованию не подлежит. Нет же такого, что если командир отделения Ростислав дает вам какую-то команду, приказ, а нет сил выполнить. Ростислав, бывают такие моменты, когда боец, ну, не может? Или нет? Или такого не бывает? Они бывают иногда, но здесь очень важно также, скажем так, стержить психологию. Когда ты устал, когда у тебя нет сил, подкашиваются ноги, руки, ты просто хочешь пойти отдохнуть, полежать где-то. Очень главное себя перебороть, что я должен это сделать, мне поставлена задача, я должен это выполнить. Это очень хорошо развивает внутренний стержень. И делает человека стойким, стойким ко всему. Вы знаете, у нас мало остается времени. Юрий, если я попрошу ваших воспитанников, чтобы они сняли все-таки маски и явили нашим телезрителям свои лица, тем более, что эти лица, мне кажется, стоят того, чтобы на них посмотреть, увидеть их глаза. Как, вы разрешаете? Да, конечно. Ничего, что я командую, Юрий? Ну, нет? Нет? И Ростислав, ну тогда, может быть, вы дадите команду вашему подразделению снять маски, чтобы их увидели телезрители. Мне бы этого хотелось. Снять маски. Вот телезрители, посмотрите. Мальчишки, но в глазах этих мальчишек решимость. Решимость, чтобы было все хорошо. Все, конечно, хорошо невозможно сделать, но вот есть такие ребята, есть руководители, которые воспитывают настоящих мужчин. Я думаю, что у нас нет повода для какой-то паники. Да, Юрий? Да.
Не надо паниковать, чтобы ни было. Нет, резюме. Паниковать не надо, наоборот. Если у нас есть ребята молодые, которые уже маленькие, но мужчины, я думаю, это не паниковать нужно, а радоваться о том, что у нас еще все впереди, и мы будем защищать и родину, и семью. И радовать глаз, друзья мои. Так что нет никакого повода для уныния, а есть повод для радости. Опять нет повода, чтобы не порадоваться. И поэтому я благодарю наших сегодняшних гостей, которые сегодня украсили наш эфир, и его руководителя Юрия Диденко, друзья мои, потому что именно на них, на их хрупких, но сильных плечах держится наше благополучие и спокойствие. Це була розмова на тему. На все добре.